Paul Beckman. All right. Thank you.
senza infine capacità. Baby's coming home from many miles away. My baby's coming home from many miles away. She's been across ocean. She's coming home to stay. She's so nice and free. She's so nice and free. I love my baby so. I'm gonna hug my girl and never let go. Oh,
belongs to me. I'm crazy about my baby. She's crazy about me. Wake up every morning, see his shining eyes. You now feel so good. Belongs to me. Nobody else can touch my baby. She's my woman, can't you see? Walking down the road, she just led home.
Огромное спасибо, дорогие друзья, очень приятно вас видеть сегодня в этом очень хорошем клубе, одном из лучших клубов Москвы. У нас сегодня очень интересный концерт, у нас в гостях самые лучшие представители московского рок-н-ролла и гитарной музыки. Встречайте, Дмитрий Малолетов! Я только вчера прилетел из Франции, завтра улетает в Лондон, так что нам очень повезло, что Дима сегодня с нами. Еще раз поаплодируем Дмитрию Малолетову! Thank you.
Спасибо большое. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас концерт из серии «Лучшие гитаристы России». Это не то, что мы себе такое звание присвоили, просто это серия, которую придумал Иван Ломидзе. Я спасибо ему, что он меня пригласил поучаствовать в этом концерте. Ну, и коль я вышел на эту сцену, и музыкантов много здесь замечательных, я как бы взял на себя такой сектор и продемонстрирую вам, ну, если кто-то не знает, новую технику игры на гитаре. Ну, она на самом деле не новая, но для некоторых новая пусть будет. И следующую композицию, которую я сыграю, в ней больше технических трюков, чем музыки. Я в основном играю на всяких гитарных фестивалях для, так скажем, целевой аудитории. Ну, я надеюсь, что вы все поймете. Ну, а мне надо тренироваться. Спасибо большое. Ну, а следующая композиция из репертуара Битлз, вернее, после Битлз она была сделана Джоном Ленноном. Почему я эту пьесу хочу сыграть? Потому что мне нужно показать вам один технический прием. И я упаковал его в художественную такую обработку, упаковку. Мне нужно было что-то про птичку найти, такую песню. Ну,
общем, я надеюсь, что у меня что-то получится. Free as a bird, свободная как птица. Улевана Ламидзе, нашего лучшего блюзового гитариста России и ближнего, и, может быть, даже дальнего зарубежья, беру блюзовую стажировку, практикуемся. Мы здесь хулиганим, и вот сегодня вы являетесь свидетелем вот этого хулиганства. Немножко понятно, лучше скажем.
угощает шампанское, так что смело заказывайте, Дима платит. Аплодисменты ему за это. А пока что перерыв. Спасибо! Дорогие друзья, на сцену вышла легенда московского рок-н-ролла и гитарной музыки Дмитрий Четверяков! Добрый вечер! Я рад, что ты опять беседуешь. Мы здесь подошли в одно специальное место, где меньше фон. Thank you.
Это такой экспромт. Конечно же, приходит время, когда хочется сдать некий экзамен. Но вот осенью у меня был концерт с симфоническим оркестром, где исполнял много разной музыки, и в том числе очень достаточно известную композицию Эдуарда Артемьева, которая вошла в саундтрек Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», но ее было принято сюда слушать на трубе. Но я просил у меня разрешения исполнить на гитаре, и теперь я это разрешение получил. Но сейчас буду пытаться понять знаки дирижера, который уже, конечно, все записано на минус, так называемый, но он опять же с концерта. Композиция называется «Братство». Спасибо. Сдал экзамен? Ура! На самом деле, работа с симфоническим оркестром почетна, но, конечно, очень сложно. Вот сейчас эту пульсацию, которую я сейчас не видел дирижера, но пришлось себе очень долго вырабатывать, чтобы именно с оркестром вместе быть. Но когда с дирижером, конечно, понятно, что все, попали в родину. Но сейчас хочу, пользуясь случаем,
ну, душа поет, честно говоря. Мы гитаристы стали гитаристами, потому что мы, по сути, неудавшиеся вокалисты. Ну, за исключением, конечно, Ивана Мидзе. Вот. Но, да, кстати, басисты — это неудавшиеся гитаристы. То есть, ну, 4, так примерно. Ну, это, конечно, банально уже. Это, ну, может, не все знают, а вот барабанщики — это те, которые особо любят тусоваться с музыкантами. Извини, Слав, к тебе это никак не относится, потому что ты настоящий музыкант. Мало того, Слава Игнатьев — заслуженный артист России. Вот душа поет, честно, ребят. Серьезно. И девчонки, конечно, потому что именно вам посвящается эта песня. И многие поколения, я думаю, что музыкантов, конечно, нужно будет ее петь, перепевать. Но самое главное, что парни, дяденьки, дедушки без там куда там в бороду или в ребро. Ну, все особые особи мужского пола в силу своего непоколебимо кобелиного характера по отношению к вам, дорогие дамы, иногда делают недопустимые вольности и тем самым наносят вам раны. Но мы это осознаем, безусловно, приходим к своей одной любимой, единственной, говорим: милая, прости, ну все, больше тебе никогда не причиню зла.
Thank you.
Барабанщика, ходят слухи, что он является заслуженным артистом России. Давайте на всякий случай поаплодируем. Прозвучит не очень известная песня, но в соло в этой песне на барабанах исполняет очень известный человек, как вы уже догадались. Слава Игнатову! Еще раз поаплодируем! Поехали! Thank you.
Правильно. Хлопаем, друзья, хлопаем вместе, не стесняемся. Thank you.
наша, это Дмитрий Малолетов! Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Thank you.
show. We get ready now, go get go. Don't you step on my free straight shoe. You can do the thing on my free straight shoe. Knock me down, step on my face.
Mm-hmm.